Добрый вечер, дорогие друзья. Возвращаемся на вторую карту. Первая из двух Best of 3 за выход в финал сезона на Impact League. Второй сезон. Абсолютные чемпионы пока что этого года против таких, можно сказать, контендеров. Именно BHG. 1-0 ведет Нигма по картам. В любом случае могут сейчас залетать у нас галактические и сразу же забирать свой пик, переводить все на счет 2-0 и отправляться дальше. Готовится уже клан финала, который пройдет в Швеции, в Янкопинге. Были, ну как сказать, даже сильно близкие были у нас BIG, но на первой карте, но они поборолись. Поборолись, были попытки отжать карту, но увы, слишком много допускали ошибок на своем же эншенте. Так, Вильга также находит Дженниер. Просто на морозе делается дефьюз бомбы. Но, увы, всех сложили просто на одной точке. Забирает себе пистолетку Нигма. И можно отправляться дальше. Нигма должны затащить. Да, в любом случае, Нигма, я думаю, 2-0. Будет переводить данное противостояние. Так как они выиграли пик оппонента, они, в принципе, сделали основную уже задачу на этой карте для себя. Ну, для это BSF3 для себя они уже выполнили. Ну и напомню, также на этом канале, в принципе, будет в полуночь матч, первый матч североамериканского дивизиона, и в полчетвертого ночи второй матч. Конечно, точное время не гарантирую, может матчи начаться там раньше даже в определенном времени, потому что это уже вопрос команды и организаторов. Ну, посмотрим, пока что у нас данное противостояние. Ну, да, да, Нигма, это самый крепкий коллектив, что на женской сцене. Дважды в финале сходили с бразильской Фурией. Тоже, в принципе, лидерами своих южноамериканского региона. Да, я назвал бы Фурию сейчас топ-2 женским коллективом на планете. Но посмотрим, может, какие-то новости определенные нам завезет финал этого сезона. Также еще там от Азии и от Африки квалифицируются еще по одной команде. Может, там какой-то сюрприз реально ждет нас всех. Так, Твенти устанавливают бомбу. Тут решили не форсить игроки BIG. Ну, от этой карты я лично жду такой спокойной игры. Достаточно плавной от Нигмы. Не будет особо каких-то нервных. Не должно быть нервных раундов. При этом, ну, Твенти, конечно, потеряли. Но Вильга сразу ставит два фрага. Трипл килл уже оформляет капитан Нигмы Galaxy. И квадро. Квадро за Вильгой. Ветеран женской сцены. 31 год. Капитану Нигмы Galaxy. Сейчас 1.6, кстати, выступает на, ну, на женской компетитив сцене Вильга. Когда еще в 1.6 так особо и сильно раздела не было. Вот я помню, как сейчас Asus Cup 2012, там был женская секция, назовем ее так, и тогда там, вот, там вообще легендарный коллектив выступал. ZAZ, которая недавно закончила карьеру, да и игроки, которые, кстати, сейчас никто с того состава чемпионского не продолжает профессиональную карьеру, ну, по крайней мере, в Counter-Strike. Но и на том же турнире, помню, сейчас играла Вильга, это было, ну, нифига себе, 10 лет назад. Это было 17 лет, кстати, да. И вот так вот, интересно было тогда посмотреть, наверное, было первое знакомство с компетитив сцены в женском Counter-Strike. Так. D7 находит Твенти. Вот байраунд уже как-то постабильнее отыгрывает для себя BIG. Все еще под рампой находится бомба. Одна лишь Вильга уже с-под крана попробует прочекать своих оппонентов. Нужно бы проверить рукав. Но мы видим, на быстрых ХЛП, на быстрой перетяжке сейчас находится Мариам. Также D7
Джейни пробует как-то уже конкретную оборону Плутоса. Это все. Понятно, что 20 секунд, выход на будет точку А. Подходит Дженни. Как-то принять файт 3-3 можно будет. Же нет, Вильга опять делает для себя фраг. Это же без потерь пока что. Без смертей идет 3 игрока Enigma Galaxy. Вильга оформляет для себя 6-й фраг на данной карте. Минус Вильга. Теперь она... Мариам может сейчас разобрать. Надо разбирать ситуацию один на один. Мало хелспоинтов. Есть дефюз киты. Это 3-0. Тори забирает данный раунд. Забирает этот клатч один в один. Вот напоминает нам режиссер, что 16-10 закончилась первая карта. И карта Вертика — это выбор как раз вот Enigma. Опять юспы. Enigma Galaxy ставят паузу. Тактический тайм-аут. На счете 3-0. Достаточно интересное решение. Скорость тайм-аут. Есть интерфейный сайленсер в Тори. Без проблем пока что разбирается для себя Enigma Galaxy. Да, есть, конечно, потеря от Венки, но это... Душили. Задушить смогли сейчас же Катарину. Чем вебку у нас почему-то осталось на игрока Enigma Galaxy. Пятый раунд, второй бай раунд для BIG. Счет пока что у нас 4-0. Не чувствуют своих оппонентов Enigma. Сразу же, ух, этот Мариан сжигает все же Катарину. Опять на веб-камера Катарины присутствует, так что можем понаблюдать именно за веб-камерой игрока, который ну никак не поможет уже своим тиммейтам, кроме как советом, словом. Бежит какой-то дополнительной информации. Севен еще делает еще один фраг, что пока что имеет для себя преимущество игроки защиты, еще и помогают остальные тиммейты. Закрывается раунд 5-0, и это отличные, прекрасные новости для BIG. Укрепление экономики в любом случае идет, понимая, что это Enigma Galaxy, а не на своей домашней карте, одной из домашних карт, то в любом случае надо именно как-то цепляться в первую очередь за экономику на Вертика, наживать деньги, делать раунды хотя бы, выигрышные раунды хотя бы в 3 игрока, которые остаются с девайсами. Так что починили нам веб-камеры. Что по вебке? Ну, по вебке немного это. Уехала вебка, да, ребят, уже вернули. Все починили. Ну, стори. Минус 20. Опять уверенно двигаются беги в этом раунде.
Зачистили центр карты. Вильга, ну тут уже Вильга глубоко поджала, также видим. Бомба-то выкинут нас под рампой, и надо, чтобы кто-то уже шел ее забирать, также минусуют. Конечно, нет, еще не минусуют у нас других игроков. На Б решила скачить Катарина. Надо перестреливать, нужно как-то побороться, но нет, это Айда у нас с АВП в этом раунде. Подобрала за своим снайпером девайс, опять Айда выполняет роль второго снайпера, делает для себя фраги, и остается еще на Ана с Авиком. Злаком на перевес пробую уже подойти под точку Б. Не увидел, ну не виден был, понятное дело, не оппонент. Хотя бы, да, установки бомбы доведет, это будет уже хорошо. Проверяет, что никого нету, но нет, нащупала Мариам. Три хелспоинта у снайпера Enigma Galaxy. Есть же СКС, не так уж и плохо, как я думал. Тут выиграет коллектива, в принципе. По меркам женской сцены неплохие. Это, ну, Enigma, они абсолютные чемпионы. Вообще, в принципе, в этом году, еще там в онлайне в прошлом году они тоже выигрывали все женские турниры. Почти что все. Но и они показывают, да, достаточно прекрасную игру, но в матче на квалификации на CCT они летели... Экстатиком проигрывали 10-1 экстатиком на своем же домашнем Инферно на квалификациях на CCT. Поэтому да, вот достаточно интересно такой все равно присутствует разрыв между разными сценами. Мужскими и женскими. Так, при этом следующее, что мы... Можно здесь побеган, но беги, это такой добротный европейский коллектив. Просто если бы вы смотрели групповой этап, то там, да, бывают встречи, где просто одна команда возит другую со счетом там 16-4. И из тех четырех раундов взятых оппонентов, это пистолет, две пистолетки и еще какие-то два раунда рандомно настреляны. Так, Айда минусует Вильгу. Же Тори хочет делать ответочку, но остается лишь, ну, одна остается Виктория опять в этом раунде. Это 3-4. Понемногу сводят. Сводят счет до почти что ситуации равенства. Байраунд для Enigma опять, то есть теперь тут надо уже пробовать цепляться на сайт раунд. Видели мы, что прошлое оружие для себя они полностью провалили. Так, Вильга уже у нас может забраться в рукав сейчас через за ширмочкой такой небольшой может пробраться. Айда еще глубоко пробует подхантить для себя Катарину. Зана находит Викторию. Даже минус Тори. Тут ответочка от Аны хоть и прилетает. Так случился у нас, конечно, интересные размены на карте. Чуть-чуть режиссеры проспали данный момент. Но показывает нам дальше, как Айда пробует контролировать всех своих оппонентов. D7. Ну, суть все же, Вилька, D7. И 3-3 ситуация. Авики присутствуют. Тут опять выход на точку... На точку А. Минусуется капитан команды Enigma Galaxy. Бомба будет устанавливаться. Ну, хорошо. Хорошо срабатывает Анна. 2-2 ситуация. Да, у Нави состав есть, ребята. Это... Нави Джевелинс, там польский ростер, который, причем, когда брали, был такой вот посредственный, если честно. Он там как-то с квалификацией пробрался на первый сезон импакта. И после подписания менеджмент Нави, тренерский состав сделали огромную работу.
над ростером, и за полгода они спрогрессировали просто, ну, очень круто. Единственное, как по мне, команда, кроме Фурии, это вот это Na'Vi Javelins, которые могут конкурировать с Enigma Galaxy на ближайших финалах. Также завтра посмотрим, можете посмотреть матч Javelin. Они играют против топ-2 группы А, это No Fears. Так, тут у нас все же минусуется Катарина, же Аида тоже упала, GNR может. Конечно, еще дальше нужно халдить, нужно как-то стягиваться под точку Б. Сразу же трофейный сайленсер был первым. Более надежные руки. Отгоняют атаку, причем понимаем, что есть пока что лишь один девайс у Твенти, очень красная Тори. И опять это попытка, видимо, точки А. Она уже у нас влетает бомбой. Будет установочка. Хорошая работа от Саны. Ну и ситуация 4 в 2. Тяжело такой раскрутить, конечно, будет движуху, но еще минусуется Твенти. Выбит еще и Сайленсер. 5-4. 5-4. И пока что BG понемногу цепляется за раунды на пике своего оппонента. Конечно, это шок-контент будет, если даже предпосылки начнутся на то, что Enigma могут проиграть карту Вертига. Вильга, оказывается, первый. Варенька быстро вынырнула из мака. Капитан Enigma. Ну, для половины это один, может быть, из критических раундов, когда сейчас вообще могут отпустить вполне сильно экономику уже бегов. NGX. Тори дала себе информацию на центре карты. Закрывается у нас даже за три игрока. GX падает от GNR, также D7 успел еще отработать по Вильге. Опять ситуация в 2-4 и как-то вообще не безыдейная атака от NGX. Ну, Enigma вообще как-то не похожа на своей карте, хотя, ну, честно сказать, тут должна была быть просто одноколитичная игра. Конечно, баном Инферно беги хорошо. Упростили себе ситуацию. Ну, пока она не упрощенная, конечно, потому что проиграли свой пик. BIG. Ну, Португал из Пасхова Кальпилоса есть. В любом случае, на данную карту, с учетом, что можно сводить, все будет на третью. Они берут для себя вот шестой раунд в это время. Накопили себе финансов на... за счет луз-бонусов NGX на бай. Еще один бай. Конечно, может быть, надо все же будет ставить паузу. Да, ставят такие тайм-аут Enigma. JTR, португалец, который уже, в принципе, с основания состава работает с данным коллективом.
20 сентября, как вот был образован, образовали ростер 20 сентября 2021 года, сразу же присоединился и Коул Черкардо Джуниор. Бесконечное количество золотых наград, плюс только 2/3 места, причем еще у нас Galaxy Racers. Причем даже, кстати, да, они Galaxy Racers еще даже в каком это, 4 месяц? В апреле они начали, да, и вот этот с Galaxy Racers, он наработал еще одно, бронзовая медаль есть у тренера Энгрис, все остальное это просто золото. Еще одну, конечно, бронзу брал с другим коллективом. Чувствуется D7, также по размену и сразу же играет Мариам. Весь свой firepower под аплентом сконцентрировали для себя беги. Хотя вот на этой карте Айда пока что имеет самые лучшие показатели по фрагстату. Именно 2 КД идет пока что игрок BIG. В любом случае, на форсес какой-то хватит, в случае у них на следующий раунд, но экономика не отпускается в воздух, так, а она. Хороший минус по Айде. Вольно, минусует своего оппонента, так же как-то. Дженни еще очень быстро подстраховывает своих партнеров по команде. Ситуация 3-2, пока что большинство, которое может раскручивать для себя биг. Так, тут еще одно попадание от Заны, и Мариам ставит точку. В данном раунде 7-4, без одного раунда выигранная половина для BIG. Бай для бай без АВП, Квенти с фармганом. Еще смогли себе так в натяжечку, видимо, что накопить денег. Даже под какую-то, ну, небольшую, да, раскидочку. Что нужны им гранаты, в любом случае, если хотят как-то выйти нормально на планты, дойти до установки бомбы. Севен, минус Тори. Еще попытка прострела от Мариам. Пока что не увенчалась успехом. Потому что больше нету пока что нанесенного дэмэджа по оппонентам. Так, прожигается позиция за бетоном. Что никакого успеха не приносит выходы на А. Также Катарина ведет уже свой коллектив. Тут Айда, как же, конечно, Айда заныкалась. Ну, какое интересное место для нычки выбрал себе игрок коллектива BIG. Так, все, тут Вильга остается в соло. Бомба подбирается. Несется на А плент уже, как бы, плюс В последней надежды. Минус Мариам. Ситуация 1 в 3. Но очень мало хелспоинтов для Вильги. А видим, есть чем закидываться. Он же молотом прожигают Вильгу. Да, добивают уже для себя фраг D7. Чуть-чуть подгорает. Но это 8-4 выигранная половина для Berlin International Gaming. И тут уже немного шок-контент начинается. Энигма, которая на вертика, это у них после Инферно вторая карта, которая не очень быстро раскручивает для себя, очень классно играет за обе половины, обе стороны. Но мы пока что видим, что проблемки у нас у галактических. Хоть какой-то минимум раунда все же для себя они оформляют в любом случае, но тут надо будет, друзья, надо будет куда-то как-то врываться уже получше, поплотнее.
Айда. Опять под лестницей. Б Плантан. Ну тут очень много импакта носит. Еще для себя формят уже 15 фраг на этой карте. Это одна Анна, и вот, видимо, тут уже начинается, знаешь, какое-то удивление на лицах игроков Нигмы. У них ничего не получается в атаке вообще. Девятый раунд записывают для себя Berlin International Gaming. И как-то они бурятся и дальше пробуют буриться вот в эту лестницу, где стоит Айда. Айда вообще не испытывает никаких проблем. Ей еще только партнеры по команде, там, Дженни Р, играющая также на Б-планте, так успевает ей смоки, флешки подкидывать. Чтобы подольше стояла ее португальский тиммейт. Такой интересный португало-испанский состав бегов. Кстати, честно, не помню, на каком языке общаются между собой партнеры по команде. Ну и тут сразу же минусуется 20. Раунд с тэкнайнами. Просто бомбежку устраивает игроки Нигмы. Также еще один фраг от Айды. Также плюс фраг от Дженни Р. И уже просто гуляют на всю котлету, разгоняются как могут игроки Berlin International Gaming. Уже просачивается Тори, но тут Айда прошивает ее в смог. Становится Анна в соло. Бомба есть, бомба присутствует. Посмотрите по деньгам. Тут уже, то есть, как бы, под выигранную половину, так еще, ну, конечно... Да, хотелось бы такие суммы иметь раунды побольше, но экономика присутствует в любом случае. С запасом, жаль, нельзя с собой эти деньги унести на следующую смену, уже на 100 смену сторон, на следующую половину. Закупается, понятное дело, уже на просто все, что только может для себя покупает Nigma Galaxy. Полностью забивать все карманы себе гранатами. Так что то же самое делают BIG и Кипа. Ну и для Nigma сейчас крайне важный раунд, хотя бы в 5 сводить, уже хоть как-то сокращать отрыв. Анна. Даже не точно, но Айда продолжает солировать. Ну вот почему ей дают играть на этой лестнице, только вот на 15-м раунде ее смогли как-то сбрить. Остается два игрока, Тори и Анна. План все же зачищен. 2-2 ситуация. Быстрая перетяжечка от Зана. Заны и Марьям. Бомба остановлена. И как еще подгорать начинает немного Виктория. Готовится хаешечка от Заны. Так, флеша не приносит успеха. Так, минус Тори. 1-1 ситуация. Анна против Заны. Есть у нас... А, точнее, у нас Мариам против Анны, и все равно как-то в этой ситуации Юспиком, даже вот так по-джентльменски, с Юспиком закрывает своего оппонента. И 11-4, первая половина просто разгромом уходит в копилочку Berlin International Gaming. И пока что пахнет заявкой на третью карту, заявкой на то, что беги попробуй попадаться на Dust 2 уже против... абсолютных лидеров женской сцены. Ну, тут показывают много хайлайтов в исполнении Айды. Вот. Ну, и пока что... Трехминутная пауза, и будем возвращаться.
возвращением, друзья. Всем привет еще раз, кто нас смотрит. Это у нас делишки в параллельных матчах. Как что происходит? И что у нас тут? У нас тут вторая половина. Нигма летит просто. У меня нет других слов. Нигма летит просто. Бегам 4.11 на своем выборе на карте Вертига. И так, знаете, и даже вот Ancient. Ancient, они даже сыграли в первой половине намного лучше. И вторая пистолетка крайне важная. Посмотрим, конечно, что с атакой у BIG. Надо 5 раундов как-то все же дошифровать себе, дошуршать. Настрелять. Видим, что достаточно много добило Айда. Но, кстати, не сильно отличается именно фрагстатом для себя данный игрок. Вообще какой-то статистикой такой вау плюсовой. Вообще на протяжении турнира. Но при этом... Тут, конечно, на лестнице под бэпленд ей устроили просто тир. Шли туда, ломились игроки Нигмы, ничего не могли сделать, так что тормозится пока что раунд. Шли постоять оба коллектива, ну, как бы Нигме и особо спешить некуда, они у себя в защите играют, в домашней защите. Так. Тори на дабл-беретах будет принимать сразу же под бордом. Проверили, конечно, но чуть не поверил своим глазам Зана, также минус Тори с разменщиком. И 1-3, а это все же это вам уже не принимать, а атаковать. Отыграть для себя один раунд Нигма Galaxy. Тут все же без закупа решили играть беги. Надо было мне чуть посмотреть организационный вопрос один, но ничего, уже решили. Фармганчики у защиты, два сайленсера, пока что можно еще попробовать на себя на 6-й раунд вывести. Так, Джанниер запускают на бэплен, так же ехал будет. А это опять в этой позиции сидит Катрин, но... Ну как так? Просто как так? Опять выходим, опять упираемся в борд, опять нас там минусуют, так уже тут там не дабл берет, а посерьезнее девайсы будут. Тактический тайм-аут от BHG, сразу же нашифровывают себя на первый оружейный раунд. Есть повод пообщаться с коучем коллектива, которым является Мусамбан. Да, кстати, очень знакомый никнейм, надо вспомнить. 35 лет. А, ну и как плеер, ну да, Джанс Гейминг, Экстенс. Да, кстати, вот тут я его помню, это такой 18-17 год, да. Так вот. Достаточно олдовый игрок, еще с CS 1.6, начал свою профессиональную карьеру в 2003 году. И вот он сейчас тренирует вот так вот, наверное, сборную. Испано-португальскую сборную женскую, которую нашли свой дом в организации BIG. Первый сезон, напомним, они играли до регионального финала под знаменами. Просто экипа назывались. Был такой микс, интересный проект получился. И достаточно успешный, раз вот они уже второй сезон подряд борются за проход на стадию как раз вот лан финала, на такой кобочках, возьмем его в кавычках, female major. Минут 125 тысяч за призового фонда будет разыграно в Йонкопинге. Ну тут
не спешат. Вот так очень глубоко пробуют аж поддушить рампу. Защита. Еще два фармгана присутствуют. То есть тут сразу же минус по 1-5-7. Вот это у них личные отношения, какие-то выяснения отношений между Вильга и D7 сейчас на карте Вертига. Очень часто в дуэлях пересекаются именно два этих игрока. Катарина отвечает под Дженьер. Мариам. Натопывает Мариам дальше. Под Б плент решили поиграть. Конечно, тут есть у них, если что, тайминги. Надо уже рискнуть. Полетел Молотов. Сянет он внимание в любом случае Катарины. Несутся 4 игрока защиты сразу же под точку Б. Тут за кондером уже находится один игрок атаки. Сразу же смоки находит его. Кэт. Зана. Зана не справляется, тоже спасательная задача. Ситуация 2 в 4. Раз... Конечно, какой же хороший тир для Мариам. Все же правильное решение принял, стрелять дальнего игрока. Как-то подолго разворачивался. Второй игрок Нигмы. Ситуация 1 в 2. Твенти все же этот раунд берет. Там в другую сторону совершенно смотрели. Атака. Понемногу отыгрывают для себя раунды NGX. Делается фраг по Мариам. Тори железобетон с Катариной в защите пока что. Минус сжигается Айда. Но, конечно, пока что на один ответ смогли позволить себя BIG. Вот как раз вот такие начинаются эмоционально переломные раунды, когда не берутся просто раунды в атаке. Все еще пока что видим 0 взятых раундов в атаке для BIG. Минус Дженьер. И лишь одна D7 без бомбы. Бомба была на Б-планете. Минута времени. Денег нет. В принципе, надо использовать это время очень рационально сидеть. Так вот. Ну и восьмой раунд. Ой, чатик, не надо пробовать байтить наших модераторов. Да, кстати, не забывайте, если что, подписаться на TikTok студии Майнкаст. Это хайлайты. Хайлайты с матчей, какие-то рофлы студии аналитики. Именно с май. Ну, как раз с турниров, которые вы можете смотреть на нашем канале. Не забываем, что скоро мейджор. 31 октября уже начинается праздник. Такой, наверное, глобальнейший праздник Counter-Strike 2 сезона. Да и, может, один из самых громких мейджоров в истории. Как-никак, это мейджор в Рио-де-Жанейро, который так все давно ждали. Опять атака пробует доигрывать в меньшинстве. Два игрока уходят под Вильгу. Слышал все это идеально. Капитан NGX. Далее с Украины. Так, у нас тут сразу же 2-3 фрага оформляет на себя Вильга. И вот вам 9-й раунд. Семимильными шагами сокращают отрыв игроки Enigma Galaxy. Thank you.
Buy раунд, по раунд без АВП. Финансовое положение NGX укрепляется с каждым раундом. Со второго раза надо попробовать хотя бы чуть-чуть. Да продвинуться хотя бы на первый взятый оружейный для себя. Бегам, видели, что они заходили с преимуществом целых 7 раундов на вторую половину. Могли все же опа наформить по Advent. Значит, нужная информация. Нужное преимущество для BG. Ну все еще пока что пробует выходить через рампу. Да, уже начинает выбегать. Опять тут Вильга. В той же позиции West Brassaida ее проверяет. Также минус Story. И как-то методом пробы и ошибок они добили все же большинства для себя на точке А. Катарина немного протестует по этому вопросу. Еще и Анна включает все это время, находилась в рукаве. Лузана. И ситуация 1 на 1 против Дженни Р. Бомба установлена. Есть дефьюз киты у снайпера Нигмы. Бомбу удобно для себя поставила Дженни. Но это 11-10. 11-10 лишь один игрок. Один игрок, говорю, один раунд отделяет до сравнивания счета. Еще один молотов... Сразу же от Жени, сразу же стандартная дефолтная раскидочка пошла в исполнение игроков BIG. Установили бомбы, смогли для себя оформить некое преимущество все же по деньгам на этот раунд. Смогли закупиться, видим, раскидка присутствует лишь у трех игроков, и терять их, конечно, без размена будет очень плохо, так как уже заново. Вория подсел, он какой же соло здесь может быть для Виктории, но при этом отгоняется уже на игроков. Атаки минусуют Викторию. И опять загнали игроков на нижний ярус. Не могут беги пока что ничего сделать. Все три игрока находятся в 50 этаже, ну еще и Паджиньер прилетает почти же на фул хп, остается два красных игрока, есть всегда лишь D7, D7 подбирает бомбу, и, видимо, да, это будут попытки все же вырваться на точку Б, минус Жене. Смогли в итоге как-то на двоих сообразить прах по игроку не Магеллесе, ну что, тут остается лишь Дозана. Легкая добыча для Enigma Galaxy. Это 11-11. Похоже на то, что дело идет, ну, по крайней мере, свое преимущество в 7 раундов уже BIG проиграли. Все возвращается фактически к 0-0. Но с огромнейшим преимуществом Enigma Galaxy. BIG, кстати, еще один тайм-аут. Нужно все же как-то тренеру взбодрить девчонок. Так как все же проигравший в сегодняшней встрече не попадает в финал сезона. Увы, буду смотреть, как там зрители, либо же там по телевизору, ну, как зрители, в любом случае, там на арене, либо же у себя дома, на игроки BIG, либо же Enigma Galaxy, финал второго сезона ESL Impact League. Да, это такой пилотный проект ESL в этом году. Было запланировано 2 сезона в этом году с суммарным призовым фондом $500,000. И как вот видим, уже второй сезон подходит к концу. Так, там у нас 20. Оформляется уже D7.
закупились Галилами, закупились 47-ми. Но с минимальным пакетом раскидки. Бейджи. Смогли все же пока что во второй половине вернуться. Знаете, к дефолтным настройкам своим Нигма. Продолжают играть пока что раунды. Куплен на плент, есть информация о игроке в рукаве. Ну и Вильга. Опять Вильгу подсаживают, опять Вильга играет с какой-то высоты, пробует отыгрывать. Точно, воина спряталась, ее проверяют все же с двух сторон и забирают. Заходят на плент, ставится бомба, да неужели? Просто это установка бомбы в большинстве. Можно попробовать принимать такие раунды. Что были у нас уже одна установка бомбы в большинстве, но там, конечно, она разыграла ситуацию шикарно. Против своих оппонентов. Милфана. В этот раз уже не сможет румынка закончить этот раунд. И это совершенно Тори. Который просто на морозе идет в маки. Где-то для себя первый фраг. Остается очень красный, но нет. АК-47 не успевает подобрать для себя Виктория. И 12-11. Бейджи продолжают цепляться за эту карту. Смогла пауза вернуть их в тонус. Вернуть их пока что на данную карту противостояния. Подбирается Айдай Сайленсер. Мне же этот 12 раунд тут же было делать пораньше. 100% раньше надо было его делать. Ждает возможный ближний поджим от игроков GX. Увидели, понятное дело, Молотов был перед ними. Не хотят Нигма проверять, пробовать глубоко играть, проверять своих как-то в центре карты, брать инициативу в защите. Да им это особо и не надо. Так, Тори справляется. Зана еще отправляет один фраг. Зачищен плент Б. Вообще нет смысла сейчас спешить куда-то игрокам Нигмы. Дальше пробовать Киносеф. Но нет, готовит флешечку. Вильга, но нет, это тоже. Это было на... Нет, нет и нет. Здесь, как видим, капитан Нигма очень активно сейчас пробует объяснить что-то игрокам. Пользуется преимуществом уйти на сейв. Ну, в случае, надо что-то попробовать рассказать тиммейтам, может как-то попробовать. Раз 11. Пока что могут все еще BIG, и это хорошо. Видим два пистолета, так вот. Пешечку закупить для Катарины, сразу же с разменщиком сыграли игроки BIG. Так, потеряли Мариам, это, конечно, не самая лучшая новость. D7. Нужно брать сейчас этот раунд в руки. D7, попытка перестреляться Катарину, он там, он не только пистолет, он может быть активнее, же все же было пикать, все же минус 20. Зана подбегает своего партнера по команде, выбегают
на А, план. Два игрока в защите остается. Там присутствует Анна, и Тори тоже как-то нашифровала себе фраг с Юспика в рукаве. Развалили пока что атаку. Один в один ситуация. Она уже в планте. Разменялись так флешками, кинули друг на друга, и это 12 раунд для Enigma Galaxy. Поехали на 26-й раунд основного времени. Тут у нас, конечно, сравнение с картой Ancient намного более круто развивать события. Так, сразу же... Минус фраг по Аиде, опять же, первым сопа начинает для себя игроки Enigma Galaxy. Минус D7. Так, Мариам. Мариам остается в центре, но бомба все еще с игроками BIG, это намного лучше. Перестали терять уже бомбу просто на ровном месте. Пока что беги. И начинается продвижение на точку Б. Все же решили Доталова душить. Данный плент. Ну да, там, кстати, ну Катарину там можно перестреливать. Мне можно делать мне фраги. Просто хреню тупо по статистике, если выбирать. Минус Мариам. Так, тут Зана очень быстро отвечает. Тори в ситуации. Один на один с Женьер. В любом случае, тут какой просто... А, это Вильга все же. Вильга сделала фраг с Сайленсера. Я думал, там уже просто трехочково отправили. В сторону ластового игрока. BG. Портят для себя BG. Так, можно было, конечно, на раунде попытаться играть пистолетами, но это будет уходить. Команда Enigma на 14 гарантированно. Видим, пистолеты вообще никак не заходят для игроков коллектива Big. Так. Ну, Женя. Айда. Айда оформляет еще один фраг по Катарине. 24-4, но как же тут могла, конечно, серию задать еще Виктория. Также ответочка по Торе прилетает незамедлительно. Все два фрага пока что. Португальский бомбардир коллектива BG оформляет. На этой карте просто Айда разгулялась с запасом. Делать для себя фраги. Преимущество по конспойтам конкретно, да и по девайсам есть у NGX. Так, ситуация в 2 в 2 продолжается.
Времени очень мало, дефьюз хитит только лишь у Анны. Загоняет Айду и просто идите дефьюзи. Так, ну все правильно, даже успел сделать фраг по D7, выходит на 14 раунд, денег нету у бегов. Да нет, это я что-то вас обманул. Сам себя, короче, ну вы поняли, что сделал. Развел. И, не, не хватит на полноценный бай. Закупается 5 АК-47, их бомба что-то затыкал, чтобы бомба была стоила, да и лузбонус у них был тогда 2900. Ну и в любом случае можно. Можно играть дальше и цепляться. 14-14 срочно нужен счет. Сейчас для BIG. Так, есть авик. Есть авик все же в защите. Это колоссальное преимущество. Аида запрыгивает. Сразу цемент проверяет и как-то так вообще. Да, не пошло. Не... Сгорело на работе, так как говорится. И... Так что все достаточно хорошо для NG в защите. Зана. А тоже, на то же место прилетел молотов. Туда же тоже вступает снайпер. Коллектива BHG. Твенти продолжает нашивать прострелами. Так, Вильга на половину хелспоинтов. Молотов, который кинул, был, ну, очень конкретно криво, но за счет своей скиллухи все же Мариам смогла оформить два фрага, хоть ситуация 1-3. Это максимально спокойный снайпер. Enigma Galaxy выводит команду на 15-13. Serious Point и... Что ж, как говорится... Луз-бонус позволяет еще раз затариться. Хоть чем-то затариться нормальным. BIG, тренер опять, наверное, сзывает собрание на камбэк. Ну, в этот раз камбэк от тебя придется 2 раунда. А, не... А сколько было в прошлом? 6, 8? Да, 8 раундов надо было камбэчить в прошлой. На прошлой карте, видим, напоминаю, там же все закончилось на 16-10 в пользу Enigma Galaxy. Ну, а тут уже как-то два надо досообразить. D7 получает фармганчик. Маг 10 в руках. В ее руках достаточно, ну, как мы видели исполнение. Но все же, честно бы лучше... Да, расчет на то, что Мариам будет все же с Галиля отстреливать. Но так, если сказать, по... Ну, по иму Мариам лучше D7, да. В команде явно. Но с точки зрения именно маневренности по карте, как там, по передвижению, то да, то, конечно, D7 будет получше своей испанской коллеги. Минута времени еще есть, в центре карты крутятся три игрока. Berlin International Gaming, Женер тут слышал своего оппонента. Слышал Катрину, но тут Айда, конечно, падает от снайпера Enigma Galaxy. Под медленный раунд пробует сыграть. BG, Дженни Р. Было видно. Легкий фраг для Кэт. Опять позиционно. Игроки Enigma просто переиграли своих оппонентов. Чисто по позиции. Убивается бомба из Анны. Остается два игрока. Уже паника начинается, мне кажется, со стороны BG. 10 секунд времени. Надо просто заходить, останавливать. Минус D7. Мариан на последних секундах. Что-то посмотрела не в ту сторону. Постреляла с Галила. Это 2-0. И первый участник LAN-финала Impact Лиги второго сезона является Enigma Galaxy, которые без проблем почти что разобрались со своими оппонентами из BIG. Вот все игроки на ваших экранах. Такая дискорд-пати. Ну и
как бы... Я ждал хотя бы третья карта, ребята. Но они вот оказывают то, что они чемпионы прошлого сезона, абсолютные чемпионы пока что.